Направим луч света на собирающую линзу вдоль главной оптической оси. Этот луч, как известно, не преломляется, пройдя через линзу. Определим положение главного фокуса этой линзы. Для этого направим параллельно главной оптической оси луч. Он преломляется линзой и пересекается с главной оптической осью. Точка пересечения этого луча с главной оптической осью является главным фокусом. Плоскость, проходящая через главный фокус перпендикулярно главной оптической оси, называется фокальной плоскостью. Если направить луч под некоторым углом к главной оптической оси так, чтобы он проходил через оптический центр, то луч не будет преломляться линзой. Этот луч не преломляется линзой и, пересекаясь с фокальной плоскостью, определяет положение побочного фокуса. Луч, идущий вдоль этой линии, называется побочной осью. Если параллельно побочной оси направить луч на линзу, то, преломляясь линзой, луч проходит через ее побочный фокус, и далее лучи расходятся.